На площадь Советов в соцсетях призывали к 7 вечера. На это же время тут запланировали противоклещевую обработку и уборку плитки. Территорию оцепили еще с утра, но коммунальщиков на месте не было. Людей тоже собралось немного. Одна пресса пришла. Сейчас вот еще нас мы с вами не запаковали. Знаете, Ну хорошо, что я запакую. К собравшимся почти сразу пришли полицейские. Я вас слышу. Не надо, не трогайте. Уважаемые граждане, еще раз вас предупреждаю. Покиньте, пожалуйста, территорию площади. В настоящее время вы проводите несанкционированное мероприятие. Далее будет проходить санитарная обработка площади. Уважаемые граждане, я вас за вас уважаю. Клещей на соснах нету. Прошло полчаса. На площади начали обещанные работы. Как видите, отличить сотрудников прессы от сотрудников городского лесничества на этом несанкционированном мероприятии достаточно сложно. Но если посмотреть вот такую запись на спине, то все становится понятно. Стало больше и тех, кто пришел на акцию. Все чаще на площади звучал мегафон. Уважаемые граждане, вы приняли участие в несанкционированном публичном мероприятии. Требую незамедлительно разойтись. Иначе вы будете привлечены к административной ответственности. Люди не расходились. Лозунгов или кричалок не было. Только разговоры между собой на острые социальные темы. Изредка перепалки с правоохранителями. А сколько вы зарабатываете? А сколько платят за задержанного? Уважаемые граждане, я попрошу вас разойтись. И в случае отказа вы будете задержаны. Плохо слышно вас что-то. Вы зачем провокацией занимаетесь? Почти через час после начала на площади появился первый человек с плакатом. Есть основания полагать, что вы участники санкционированного мероприятия. Извернули плакат, соответственно, совершать административное правонарушение. В одиночном пикете ваши документы, поддержку пожалуйста. Алексея Навального. Вы будете подвержены административной ответственности, поскольку это не одиночный пикет. В настоящее время здесь проходит несанкционированное мероприятие. Параллельно коммунальщики наконец приступили к обещанным мероприятиям. На площадь заехала тяжелая техника, деревья обрабатывали от клещей. Так прозвучала единственная кричалка на акции. Полицейские продолжали активно призывать людей покинуть территорию. Большая часть двинулась на Театральную площадь. Пикетчик остался один. Опа! Да что? При виде бегущей толпы полицейских стало значительно больше. От слов силовики перешли к делу. Ходи, ходи, ходи. Некоторых задерживали, остальных замкнули в кольцо и просто выдавили за ограждение. Уборка площади продолжалась. А вот это обработка территории! Вот! Вот! Мы за ограды стоим! Мы уже сделали свою работу, можете расходиться! От официальных цифр воздерживаются как полицейские, так и собравшиеся. По примерным подсчетам, на несанкционированную акцию вышло около 100 человек. 10-12 из них оказались в автозаке. Сегодня некоторые уже получили приговор суда. К 9 часам коммунальщики убрали площадь Советов. Сергей Смолинов, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус».